Право на пенсионное обеспечение жительнице города пришлось защищать через суд. Все дело в том, что в прокуратуру поступило обращение бывшей работницы одного из городских частных предприятий о том, что работодателям были нарушены ее социальные права. За полтора года он ни разу не предоставил сведения о своем работнике и ни разу не произвел отчисления в пенсионный фонд. Получается, женщина эти полтора года может смело вычеркнуть из своего пенсионного стажа, что, естественно, впоследствии отразится на размере пенсии и приобретении права на льготы. Прокурором было подготовлено исковое заявление о возложении на предпринимателя обязанности по внесению обязательных страховых взносов в пенсионный фонд, и Ноябрьский городской суд требования удовлетворил в полном объеме.